На участку, які размещены у областным грамадско-культурным центре, назиральники працавали с первых хвилин до терминового голосования. Под контролем увесь процесс от выдачи бюллетеней до непосредственного голосования. Основной момент, чтобы не было завышения явки, чтобы конкретно сколько людей пришло, и мы их учитываем, а потом сопоставляем эти все данные, ну, с цифрами комиссии. Пока все сходится. С 8 годин раницы основного дня голосования на участках находятся и международные назиральники от Содружности Незалежных Держав. 13 человек от России, Узбекистана и Казахстана. Нехто працует у Гомеле, нехто выезжая у районы. Уличивается все. Увага звертается навод на организацию ганду и культурно-забавляльные программы. Хоть основная, зрозумела, выборчий процесс. Соблюдается закон о выборах. И как наблюдатели мы отмечаем, что присутствуют наблюдатели от общественных организаций, от объединений, от трудовых коллективов. И мне кажется, что все нормы выборной кампании были соблюдены. И мы отмечаем, что не только организованы вот выборы такие, да, когда люди берут бюллетень, но здесь и юридическая консультация могла, если потребуется, организована, и психологическая. Четко работали буфеты организованы, концертная программа. То есть чувствуется, что это праздник. И я бы искренне хотел поблагодарить организаторов действительно вот за четкую слаженную работу и прозрачность проведения выборов. Апроча назиральников, выборчая кампания на Гомельщине контролируется еще и Центральной комиссией Республики Беларусь по выборах и проведении республиканских референдумов. На протягу усяго дня у регионе находятся ее представники, які так само наведывают участки. Тут оценка робится с профессийной кропки гледжанием. Порушения не выявлено. Достаточно хорошая организация. Участковые избирательные комиссии в полном составе. На каждом из участков идет торговля, на каждом из участков присутствует, дежурит медперсонал, и я могу сказать, что на каждом из участков есть наблюдатели. Максимально 23 человека зарегистрировалось на одном из участков, и мне приятно было видеть, что они пристально наблюдают за ходом голосования, и в том числе я рад был встретиться с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».